Мария Франсуаза Конрин де Бувокраон, маркиза де Буфлер, широко известная как мадам де Буфлер. Французская дворянка, была любовницей польского короля Станислава Лещинского и матерью поэта Станислава де Буфлера. Родилась в 1711 году, ее отцом был Марк де Буву, принц Бувокраон, а матерью Анна Маргарита де Леньевиль, любовница Леопольда, герцог Лотарингии. У нее было 19 братьев и сестер, включая Шарля Жуста де Буву, через которого она была невесткой Мари Шарлотт де Латур де Аверн. Мари Франсуаза вышла замуж за Луи Франсуа де Буфлера, маркиза де Амиранж. Остроумная, образованная и красивая, маркиза де Буфлер писала стихи и рисовала пастелью. При дворе в Люневиле, в возрасте 34 лет, она стала главной любовницей короля Станислава и оставалась ею до 64 лет. Это не мешало ей также собирать других любовников. Ее даже прозвали «Дама Восхищения». Была любовницей поэта Жана Франсуа де Сен-Ламбера, затем Атхимарского, интенданта Антуана Мартина Шамона де ла Гальезьера, адвоката и поэта Франсуа Антуана де Во. Чтобы попытаться заставить маркизу де Буфлер ревновать и вернуть ее привязанность, Сен-Ламбер попытался соблазнить маркизу де Шатле во время своего последнего визита в Люневиль в 1748 году. Маркиза де Шатле страстно влюбилась в поэта и стала лучшей подругой маркизы де Буфлер, таким образом полностью разрушив планы отца Мэна, исповедника Станислава, который хотел использовать Шатле для того, чтобы избавиться от маркизы де Буфлер, как главной королевской фаворитки. Мария Франсуаза Катрин де Бувокраон скончалась в 1786 году в возрасте 77 лет.